Эти фильмы созданы за годы СВО. В центре каждого из них реальные истории людей, которых так или иначе затронула спецоперация. Авторы документальных кинолент – фронтовые режиссеры. Где-то около 10-15 фильмов, которые вот нужно посмотреть. Они очень разные, авторы очень разные. Главная особенность нашего фестиваля, что мы привозим только авторское кино. Команда фестиваля, самого фестиваля очень небольшая. У нас всего 8 человек, которые выдерживают титаническую совершенно работу. И это стойки, подвижники того большого дела, которое мы делаем. Фестиваль разноплановый. И, к слову, не только с помощью документальных фильмов он доносит взгляд режиссеров-очевидцев на историю последних лет. На этот раз с ними приехал и автор-исполнитель из Луганска. Его песня «Высота», написанная в окопах, сегодня очень популярна у ребят на передовой. Это моя песня о моих товарищах, о нас, собственно, где мы, о тех местах, где мы находились, там зашифрованы позывные, которые понятны только тем, кто там был. Музыка на фронте помогала мне справляться с депрессией, не сойти с ума. При всем том, что я занимался музыкой, я понимал, что я все-таки человек, что у меня есть в сердце любовь, что у меня есть чувство сострадания. Передвижной кинофестиваль проходит в России во второй раз. Но, несмотря на это, он уже получил статус международного. Наши дети, их родители, наши педагоги, деятели культуры должны сегодня почувствовать, понять, пережить то, что происходит на фронте. Нам очень нужны сегодня хорошие, правдивые, реальные, чувствительные для русской души фильмы о том, что сегодня происходит. Только так мы сможем победить. 3 дня с 26 по 28 ноября фильмы будут транслировать сразу на 9 площадках. Посмотреть ленты можно не только в Барнауле, но и в Топчихе, Новоалтайске и зато Сибирске. Вход на все сеансы свободный. Мария Костырева, Владислав Ковалев. День с толком.